А давай я вот так вот сделаю, смотри, здесь тоже такая же тыква, а я домик вот сюда продлю, а тыкву вот эту вот здесь оставлю, а эту уберу. А вот это вот похоже. Не смотри на меня так. Ну, хорошо. Ну, смотри, идентичные. Будет что соседям показать. Ладно. Так. Так, что-то я не понимаю. Чё такое? Не, пока всё хорошо. Упс. Нет. Нет, всё хорошо. Хорошо. Интересно, она агрессивная? Рыба. Да? Агрессивная, прикинь? Рыба агрессивная. Которая флай? Да! О, там еще какая-то фигня пришла. Goldfish. К нам золотая рыба стучится тут. Так она нормальная. Она ходит по земле на плавниках на задних. Да? Да. Круто. Что там красненько мигает? Я не... Меня тут рыба атакует. Прикинь. Чё пристали-то? Чёрт. Гады. А я немножко платина нашел. Ну-ка сюда, рыба. Я пошла на рыбалку. Вон, смотри, 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 слева. Около могилок. Смотри у меня. Ага, вижу. Вот она стоит. Притворил... Она вон, домик уйдет, видишь? Офигеть. Вместо зайцев. О, серебро. И она помирает. Ну, как вот от слаймов помирают эти зайцы мелкие. Угу. Так и это. О-хо-хо. Было бы классно, если бы на дырку хватило серебра. Но я думаю, не хватит. Хочу бомбочки. Кстати, у нас же NPC не приходит, пока мы домики им не построим. Ну да, чем я и занимаюсь. Ну там еще условия всякие должны быть выполнены. Вы что, издеваетесь, что ли? Саш, у меня тут беда. Походу, у меня сейчас охонец настанет. Бей их. Тебе надо меч нормально сделать. Хотя бы медный. Да и мне, в общем-то, тоже надо. У меня меч медный. Нет, я имею в виду, который махательный. Получше откидывает, да. А не тыкательный. Кстати, снежками в монстров можно. У меня нет снежков сейчас с собой. Кидаться. Оно, конечно, снимает немного, зато откидывает вроде неплохо. Ла-ла-ла-ла. Спокойно. Рыба. Камень. Он на меня так обиделся, просто караул. Все, хана тебе. Ура! Ну, подожди, я еще побеждаю пока. Наверное. Уверенности нет? А, зонтик не дал. Гад. А должен дать зонтик? А почему бы нет? Я не против. Все, дождик кончился. Давай беспредел. Итак. Что? Не знаю, но у меня вроде дела пошли. В гору копаю руду.
почти постоянно. Выпросил, да? Да, точно, слушай. Видимо, тот зомби, который пришел, ему нужно было в жертву принести. Что такое? Пингвин пришел. Пингвин? Интересно, он агрессивный? Да, скорее всего. Хотя нет, я думаю, это как кролик. Знаешь, я не думаю, что есть смысл верить им. Мы сейчас проверим, смотри, смотри. Сейчас? Да. Не агрессивный. Ага. Ну, хорошо. Скользко, гады. Так. Угу. Хорошо. Ну вот, фонарик снес. Ну, в смысле? В смысле что? Факел. Вот. Ты там тюкаешь? Тюк-тюк-тюк-тюк. Наверное. А как ты слышишь? Я же достаточно высоко. Ну, я плохо слышу. В смысле, достаточно высоко. Далеко ты имеешь? Ну, в смысле, глубоко. Как так? Так, как бы так бы сделать-то? Неудачно немножко. Дом ничего делать. Ну ладно, потом выровняю. Хорошо, хоть снег сверху не падает. Короче, все, сейчас вот этот последний кусочек. И что? Добиваю и иду домой. Ну, видимо, да, видимо, все. Ты прям весь запасал, да, там? Ну, не то чтобы... Весь. И не то чтобы в запасах. Чуть-чуть совсем. Хоп. Ладно, пусть висит. Пока что. Ага. Что? Проход. Я не иду домой. А я могу, например, сделать вот так. Хоп. Класс. Что за хоп ты там сделал? Веревку в стену кинул и. И она. О, сколько руды! Офигеть, все, я тут остаюсь. Очень мне нравится, как сделали веревки вот эти. А, только жалко их крафтить самому нельзя никак. Хотя, может быть, можно будет. А, они только находятся? Да. Вот так даже. В общем, то есть, нужно 10 кусков веревки, чтобы сделать кидательную веревку, которую можно кинуть в любое место. То есть она потом хоп и вниз раскатывается. Получается прикольно. То есть таким макаром вполне реально спускаться. Где-то, откуда-то. Плюс можно обычной веревкой ее наращивать. Тоже классно. Угу. Так. Это кто такой? А, это камень.
просто на голову летучей мыши какой-то похож. Удивилась бы, если бы он тебе ответил. Ну, да, я бы тоже, наверное, удивился. Что? Я подумал просто, что я не хочу сваливаться вниз. Там тебе плохо? Не то чтобы плохо, но я думаю, что пока не хочу. Ну-ка, ты кто такая? Признавайся. Не ломается. Кто? Кто Руда. Такая? Да. А можно как-то на миникарте метки делать? Может, добавили такую штуку? А, чтоб место запомнить для себя? Да. Похоже, нет. А вот это было бы классно, если бы они добавили. На самом-то деле. Ага. То есть предметы здесь не отображаются вообще никак. Жалко. Вечереет. Плохо. Один ты какой толстый. ХП. Он не толстый, у него кость широкая. Выходи на честный бой. А ты кому? Это я слайму. Ледяные какие-то, толстые такие. Ауч. Не то чтобы толстые. Я, правда, не знаю, насколько он у меня был ледяной, но... Был синий, по крайней мере. Ну, написано Ice Slime. А я не смотрел. Гид, заходи уже. Это называется попёрло. Прям вот иду и копаю руду. Все в таких, правда, не особо больших количествах обычно. Но, тем не менее. Это что за земля такая? Слуш. Первый раз такой вижу. Это, наверное, как раз вот снежки. Нет, снежки там делаются из просто снежных. Сноу. А-а-а, я дурак. Что? Я затопил тут все нафиг. Черт. Ну да, не совсем умный. Бывает. У меня тоже так бывает очень часто. Эх. Ага. Ха-ха-ха, сколько вас там идет? А я дома, закрыта. Дверь не открою. Зато здесь есть воздушные подушки. Открыл, да? А зайти не можешь. Бестолочь. Обиделся и пошел. Ну, так правильно. А, слайм-то зашел. А как это так? Типа маленький, да? Справился? Ну, кстати, да. Че бы ему не пролезть-то? Они, значит, открывают, а слайм протискивается. Хе-хе. Тимворк. Ну да. Злодеи. Как-то
это как-то не очень удачно у меня тут. Ну-ка, марш из дома. Ха-ха-ха. Я дом обороняю. Правильно. Топором. Это с топором? Да. Я могу попробовать мечом, конечно. Я думаю, что будет лучше. Упс. Что? Проломал случайно там, где не надо. На всякие. Так. Нет, топором было прикольно. А то не подпрыгивает, а тыкалка этой попробуй попади. Окей. И что мы тут видим? Это не я делал. Кто это тут мог сделать такую штуку? Интересно мне. Шакал выбила. О, шакал, это прикольно. А чё шакал-то? Он хоть что-нибудь даёт? Один дефенс и... Я зеленый выбила. Что? Понял. Это лед. И он делает вот так. Короче, ломается, да? Да. А, это был. Здесь была вода сверху, и она стекла, и потом здесь остался лед. Ауч. Чё вы долбитесь-то, драки? Так. Гости хотят. Вам тут не рады, товарищ. Да, им нигде не рады. Так. И... Вот так сделаю. Доели. А тебе ты там кто надоел? Они меня тут все надоели. Ау! Дурацкий лед. Все, я убираюсь на поверхность. Надеюсь. Надеюсь. Ты в прошлый раз уже говорил это. Да, говорил. И нашел еще немножко руды. Ну, тут близко. Слава богу. Оп. У нас тут такая осада. Стучаться так. Настойчиво. Кушать хотят. Ну а мы-то чё, при чём тут? Пусть сами разбираются со своими проблемами. Ну а мы еда. Ну конечно. Две еды сразу, да? Вкусная, питательная. Типа того. Рейнс. Чё? Я говорю, мозги. А-а-а. Так. Давайте так. Это вот, вот сюда. Я почти продолбился по пути наверх. Молодец. Почти головой. В прямом смысле. Так. Оп. Идет. О, зеркальце бы. Сейчас бы не помешало.
Иди пешком. Я иду пешком, но пешком-то это не клёво. Ну да, так себе. А у нас тут все хорошо. Мы тебя ждем. Я заметил. Я стол накрыла? Да, вазу туда поставила. Кого? Вазу. Вазу? Вазу это я поставил еще. Здесь не ты. Ну, ладно. Там. Иди сюда, я тебя снежками забью до смерти. Это что там за разборки такие? С зомбями в снежки играем. Сейчас еще сделаю. 800... 937 снежков. Все. Хана вам. Даже по единичке, если у меня снежков больше, чем вас. И вашего здоровья. В смысле жизни. А почему по единичке всего отнимает? Быстро отталкивать, по-моему, должно, да? Нет? Ну, как-то так. Какой-то... О, снежку... снежноупорные зомби. А у этого в маске не так много здоровья, смотрю. Кого? Ой, я какую-то руку выбил. А вот и выбил. Руку, не знаю, сейчас отбрыкаюсь еще от одного. Не пинайся. А ты там что ли стонешь? Я прям даже слышу, как ты там страдаешь. Страдаю. Ау. Ау. Вот тебе. Че я там выбил? Я руку выбил. 14 мили урона, 4% крит, 8% повреждений, плюс 10 размер, плюс 10 отбрасывает. Все это круче меча. Руку? Вот прям руку? Да. Все, поесть приготовила. Молодец. Я уже почти наверх пришел. Рыбку положила. Прикольно. Сейчас приду и слопаю. А ты ее как, просто положила или это? Я около... Так прикольно. Короче, она в корочке. Все нормально. Почему 5 штучек сразу? Потому что ты же голодный. Работал. Я не могу больше съесть. Конечно. На, еще. Вот. Вон. Ого. А вот. Ты пробовала, как оно работает? Нет. Я тогда потом съем. Вот, смотри, какая у меня штука. Ну, не шевели ей. Как я могу ей не шевелить? Покажи в инвентаре. Вот она. Я так не вижу, только у тебя могу. Ну, прикольно, короче. Вон он, видишь, рука. Все. Вон, добей вон ту гадина, она улетать не хочет. День на улице, а вон, смотри, что творит. Ну-ка, иди сюда. У тебя теперь рука правосудия. Да. Буду нести его везде. Причинять. Птичка, иди сюда, я тебя правосудием по голове. Прикольно, у нас теперь тут все так культурно. Да так себе, я бы сказала. А мне нравится пока что. Потом переделаю. Я вот еще вот такую сейчас штуку дизайнерской мысли тебе случайно в инвентарь кинул. Так что можешь ее поставить. А я тебе там тоже что-то кинула. По-моему, очаг. Очаг? Да, очаг. Вот туда можешь поставить, где ты сейчас стоишь. А, ой, я сам. Его тебе выкинул. Ну ты ходи оттуда отсюда. Я сейчас... Оп! Клево. Все, круто. Че ты мне там кинул?
Я тебе кинул синюю штуку, слайм. Баннер? Да, баннер слаймов. И что мне с ней делать? Да я даже не знаю. Я думал повесить куда-нибудь. Ага, заходите, вам тут рады, что ли? А, смотри, пингвины бегают. Пусть бегают. Ты не пробовала забор ставить? Нет, вот он. Где? Болтается, вот, повесился. Ты когда баннер-то повесил? Я думал, ты забор повесил. Нет. Чего мне забор-то вешать? Ого, агрессивный слайм. О, как. Это как фон, что ли? Да, как фон. Так неинтересно. Ха, ха. Какой-то убер стал. Уберноб. Вот так. И пингвина досталось ни за что. Пингвины-то безобидные же. Это они сейчас безобидные. Так, почему никто не приходит? А в Лудмун у них глаза небось красные. Саш, вот скажи мне, почему никто не приходит, а две комнаты сделал? Мы, видимо, не выполнили какие-то условия? Вещи. Да, условия. Для торговца надо, по-моему, там что-то сколько-то денег накопить. Сколько, не помню. Ну вот. Давно это было, не помню. Один золотой, кажется. Да? Всего лишь, да. Всего лишь? Серебряный лук, серебряный меч. Хотя в идеале бы серебряную кирку, конечно. А я там где-то клала еще парочку. Три. В сундуке, посмотри, 13 штук еще лежит. Серебряные руды? Да. О, как. Да ладно. Серьезно тебе говорю. Я не могу. Ты в нем. Ну ладно, заходи. Ага. А, это такая руда именно. Ну, ты же меня про руду спрашивал. Там слитки были, я тоже клала. Слитки не вижу. А, ты их уже соединил, копер, да? Копер вижу только. А, ты точно, точно. Ты же серебро хотел. Все, нет, серебряных слитков не было. Это я вру. Нормально. Безбожно. Сейчас все будет. Что-нибудь, точнее, будет, наверное. Ого, кишки тут летят. Ага. Летят. 52. А, серебро, серебро, серебро. Вот оно. 10 серебра. И на кирку не хватает. Жалко. Давай по мечу хотя бы. Давай меч тебе сделаем. Такой, еще не железный, но уже получше. Из ледер? Да. Вот тут еще лето ор. 11 штук. Ой, я ее не забрал, да? Это я положил только что. А, кинь мне ее в инвентарь. Прям, я ее сейчас переварю. На, все. Вот. Ну что, мечик тебе сделаем? Ну, делай. Длинный меч, да? Не короткий. Да. Зачем мне короткий? У меня есть короткий. Забирай. Ух ты, как он мигает. Какой? Слугиш? Чего? Какой-то он, похоже, очень плохой получился, да? Ну да, серый. Плохой получился. Можно выкидывать. Минус 19 пит. Во! Вот такой вот синенький. 20, 30, 25. Минус 10 от откидывания. Опять минусом. Ну, плюс 18% дамадж зато. Правда, это как-то криво смотрится, конечно. А с другой стороны, нам что из этой руды еще делать? Я так смотрю, ведро можно из нее сделать. Ну да, можно. Лук. Ты что там на дверь хлопаешь? Мне нужно дубинку. Ой, дубинку. Молот надо. Вот что мне надо. Сделай мне молот. Молот? Да. Но я тебе, наверное, сделаю копер. Без разницы какой. Любой. Хоть какой-нибудь. На. В инвентаре у тебя. Это у тебя такой рокот, да? Минус 10 кнопбэк. Да чтоб так. Блин, вообще. Серьезно. Капец. Mm.
Ой, там у нас сейчас гиды затюкают. Ну, я утрирую, конечно, там еще жить может очень долго. Ах, лук надо тебе? Я сделал деревянную. Правда, деревянный? Нет, я тебе могу на 9 повреждений. Хотя, может, лучше тебе самой делать. Минус 10 кнопок. Да. А то вдруг... Ха-ха-ха. Чё такие стрелы? Ледяные. Смотри, жмутся ага. Как. Что, пас? Ещё бы мазать поменьше, да? Да зараза ты, слаймовская. А из чего делаются? Из деревянных, да? Кто? Ну, ледяные. А из синих факелов. А, понятно, которые вот я говорил за льда, да? Да. То есть нужно сделать обычные, а потом еще добавить им ага. Ледяных. Ну, кстати, горящие стрелы еще можно делать. Да, можно. Правда, ледяные прикольнее смотрятся. Еще тикают. А горящие сейчас тоже тикают, да? А возможно. Ну-ка. Ты тоже пошла проверять? Вот смотри, подсолнух перекосило. Ну да, косой подсолнух. А тут коцанный какой-то подсолнух тоже. Обгрызли. О! А похоже, тоже жгутся. Ну, я про эти угу. штуки. Иди за тыквами. Прям за тыквами? А зачем? Ну, тыквами? Вообще. В смысле, просто иди, короче. Отсюда. Не, я хочу комнату тыквы сделать. А надо блоки. Знаешь, чего? Мы увлеклись, короче, надо, наверное, заканчивать. Хорошо. Офигеть. Короче, вот. Ладно, надеемся, вам понравилось. Оставайтесь с нами, ставьте лайки. И увидимся. Всем пока. Всем пока.